Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вопрос слушателей церкви». Сегодня мы возьмем один из тех вопросов, что вы прислали нам, и постараемся дать на него ответ. И поможет нам в этом, как всегда, гость нашей студии, слушатель церкви. Сегодня это Михаил Долгов. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Большое спасибо за ваше очередное согласие попытаться найти ответ на вопрос наших зрителей. Вы человек семейный. Семейный, да. Вот и вопрос будет вам как раз кстати. Слышали когда-нибудь такую фразу «семья – остаток рая на земле»? Где-то слышал. Видимо, получается так. Семья – это то, что будет в раю. Но вот многие надеются, что это шутка. Потому что искренне предпочли бы, что семейная жизнь ни в коем случае не распространилась навсегда, потому что для них семья – это больше на ад что-то похожее. Вот люди боятся, что семьи окажутся опять в раю. Знаете, текст вот из Библии же есть. Один берется, другой оставляется. Вот некоторые искренне надеются, что это будут и муж, и жена. Один из них возьмется, а один... Кто-то останется. Да, чтобы отдохнуть. В раю надо отдыхать. Вот. Я не поддерживаю эту точку зрения. Mm-hmm. Вот вы лично, например, как женатый человек, хотели бы, чтобы ваши семейные отношения продлились навсегда? Да, конечно. Я бы хотел этого. Может быть, это определит и ваш ответ на сегодняшний вопрос. Давайте успокоим как-то людей, рассмотрим, будут ли семьи в раю вообще, какое она там будет. А вопрос очень короткий. Как будут продолжены семейные отношения в Царстве Божьем? Хороший вопрос. И вообще, как будут продолжены, человек думает, что, видимо, будут. Хотя можно поставить вопрос, будут ли. Будут ли продолжены? Да. Если будут, то как? Но хотелось бы сказать, что действительно вот эта вот поговорка, да, что звучит «семья – это как остаток рая». Да? Но хотелось бы начать с того, что все-таки семья действительно – это Божье установление. Изначально Бог, мы читаем книгу «Бытие», написано, что Бог благословил первую семейную пару. И хотелось бы отметить такой момент, что это было до грехопадения еще. То есть Господь предполагал, человек же был сотворен для вечной жизни, и Господь предполагал, благословляя семейную пару, они должны жить вместе вечно. Да, всегда должны. Всегда, то есть, всегда. То есть семья изначально не была человеческой выдумкой и не была временным каким-то таким... Это ни в коем случае не человеческая выдумка, это не дьявольская выдумка, это ни в коем случае не ад на земле. Угу. Это не было задумано Богом как некое обременение для человека. Это как благословение. Бог благословляет человека тем, что он дает им вот, брачные узы, семейные узы. Узы. Все равно но слово узы, не райское. Слово не райское, но здесь оно имеет оттенок все-таки рая. Потому что Господь в раю благословляет человека, и он говорит им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Человек должен был наполнять землю, плодить себе подобных людей. И нельзя сказать, что это происходило бы вечность, всю вечность человек размножался бы, но то, что Господь благословляет семейные узы, опять же, узы подчеркну, я намеренно говорю это слово, чтобы у нас не было к нему какого-то негатива, потому что Господь, опять же, создал семью не для того, чтобы человек обременялся или мучился, а чтобы человек был счастливым. Может, уже люди придумали такое слово, как и слово «брак»? Конечно, люди придумали слово «брак», люди придумали слово «узы». Но говоря о семье, как, допустим, лично для меня, это не несет какой-то негативного оттенка. То есть для меня брак, он несет счастье, благословение. Конечно же, после грехопадения что произошло? Грех несколько исковеркал понятие семьи, понятие семейных отношений. И поэтому сегодня семейные пары не испытывают трудности в браке, определенные трудности. А вначале Богом не было так задумано. Но грех, войдя в мир, он несколько исковеркал, конечно, понятие семьи. И вот сегодня, позволю себе сказать, что именно вот после грехопадения уже, да, когда пришли трудности на землю, они пришли также и в семейные отношения. И после этого же люди сегодня считают, вот может быть, нужно как-то отдохнуть друг от друга, может быть, один оставится, другой возьмется. Вот в связи с этим, наверное, все-таки люди так думают. Ну вот мы сейчас больше говорили о прошлом. Тут вопрос о будущем. Можно ли вообще гадать, что будет в Царстве Божьем, а что нет? Некоторые считают, что это закрытое сфера, и людям туда вообще нельзя даже вторгаться. Ну, действительно, в Священном Писании есть такой текст, что открытое принадлежит нам и сынам нашим, детям нашим, да, а сокрытое принадлежит Богу.
Но говоря о семейных отношениях, можно сказать, что немножечко в Священном Писании приоткрыта вот этого завеса. То, как будут строиться семейные отношения в Священном Писании, мы с вами можем сегодня открыть, по крайней мере, один библейский отрывок, прочитать его и порассуждать немножко над ним. Просто когда я так поверхностно немножко так взял, обзорно, я увидел, что Библия больше поддерживает идею как раз такого отрицательного отношения к браку. Возможно, то, что вы сможете прочитать, развеет мои сомнения. Ну, прежде чем мы откроем, прочитаем отрывок, надо сказать, что Библия сама по себе, она не поддерживает отрицательного отношения к браку. А вот то, что мы имеем в виду в будущем. В будущем, Божьем, да? Да, вот какое-то такое ощущение, что, может, действительно это что-то лишнее. Ведь люди не просто так берут эту идею, что в будущем не будет семьи, и она не сохранится. Что ж, давайте попробуем. Смотрим. Откроем Священное Писание, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 20 глава. Мы прочитаем несколько текстов. Что за ситуация там вообще? Кто, ну, что? Там отрывок повествует о том, что к Иисусу подошли саддукеи и начали у него спрашивать, как будут развиваться семейные отношения у женщины, у которой было 7 мужей. И кто будет ее мужем в Царстве Небесном? Ну да, сложный вопрос. Сложнее, чем у нас сегодня. Да, посложнее, чем сегодня. Там они ставили также под сомнение вопрос вообще воскресения, потому что саддукеи не верили в воскресение мертвых. И тут они ставят под вопрос вообще семейные отношения. Как они там? Ну, они постоянно пытались подловить в чем-то Иисуса, но Иисус дает им хороший ответ. Он говорит: «Иисус сказал им в ответ», Евангелие от Луки, 20 глава, 34 текст: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Вот первое впечатление. Как будут продолжены семейные отношения? Да никак. Это не нужно. Это что-то не очень-то хорошее. Ну, во-первых, это вот просто слова. Вот кто сподобился, да. Это что-то хорошее. А ну, во-первых, Иисус говорит, что чадо века сего или дети века сего женятся, выходят замуж. Что значит вот дети века сего? Потому что, знаете, в Библии есть такие слова, там, сыны мира сего. Это всегда какой-то негативный оттенок. Ну, если посмотреть в целом богословие Иисуса Христа и богословие того же апостола Павла, то есть такое разграничение: век сей и век грядущий. Этот век, в котором мы живем, жизнь. Наша жизнь, земная жизнь, и век грядущий, век будущий, то есть жизнь вечная. Угу. Ну, наш сегодня формат передачи, он не позволяет нам углубляться вот эти богословские вопросы. Да, нам о семье, да, главное. Мы говорим о семье. Но идея такова, что есть сей век, в котором мы живем, и есть век будущий, грядущий, которого должны некоторые сподобиться. Вот Иисус говорит, сподобившись достигнуть того века. То есть люди, которые удостоятся попасть в Царствие Небесное, удостоятся вечной жизни, те, которые воскреснут. Что с ними произойдет? Написано: не женятся, ни замуж не выходят. То есть здесь он противопоставляет. Вот в этом веке вот так. Люди женятся, выходят замуж. То есть там этого не будет. Пока человек не спасен, свадьба возможна. Потом человека эти вопросы не интересуют, потому что он какой-то особо возвышенный. Как? Иисус говорит, что они будут как равны ангелам, написано. Равны ангелам. Но опять же, вот он говорит, что они не выходят, то есть не создается новых семей, это имеется в виду? Здесь люди выходят замуж, женятся, создают семьи, рожают детей. Там Иисус говорит, они не будут этого делать. То есть здесь он не затрагивает вопрос, что будет с теми, кто уже женился и вышел замуж здесь, в этом веке. Не затрагивает. Здесь в данный момент, да, он говорит, что те люди, которые будут там, попадут туда, они не будут создавать новых семей. Просто саддукеи как раз привязываются к ситуации, когда семья здесь была. Просто она очень размытая граница этой семьи. Да, совершенно верно. Ну, так все-таки, вот супруги на земле станут мужем и женой в будущем или нет? Просто если мы говорим о том, что только не создаются новые семьи, то это еще пока не ответ вот на такой вопрос. Угу. Ну, я исхожу из понимания того, что Иисус, создавая семью в Эдемском саде,
он создавал ее для вечных отношений. Он благословил этот брак и подразумевал, что создавая семью, Господь создает ее навечно. Вот любая семейная пара, созданная Богом, написано в Священном Писании такие слова, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Поэтому Священное Писание подразумевает, что изначально Бог запланировал, чтобы семейная пара жила вечно вместе. Поэтому, исходя из этого, можно допустить, что те семьи, которые созданы уже здесь, они, возможно, будут вместе и там. Но если мы, опять же, возвращаемся к вопросу саддукеев, они говорят, что у этой женщины было 7 мужей. Если мы сегодня посмотрим на нашу жизнь, у нас тоже получается, что иногда живет семейная пара, и кто-то из семьи умирает. Муж или жена, и это могло случиться в раннем возрасте, семейная пара еще была молодой, может быть, только дети родились, всякое случается в жизни. И один из супругов потом вновь создает семью. При этом это допускается, это не является что каким-то грехом, измены, да? Нет. После которого не нужно рассуждать, потому что если человек делает, что хочет, он не надеется на вечную жизнь, а здесь все нормально. Человек надеется на вечную жизнь. Второй брак после смерти супруга, все нормально. Все нормально, вместе живут. И действительно возникает вопрос. И возникает вопрос, что будет в вечности? Ну да, вот все мы похоронены на одном кладбище, все воскресли. А муж номер один, муж номер два. Обоих люблю, оба любят меня. Да. Ну, вообще, отвечая на вопрос саддукеев, Иисус, вообще можно ссылаться на книгу Второзакония, что жена, у которой было несколько мужей, она остается женой последнего. То есть предыдущий уже не может ее брать себе в жены, предыдущий муж. Если он воскреснет с точно такими же мыслями, как и умер, ему будет не совсем комфортно. То есть, видимо, как-то что, изменится представление человека? Знаете, просто написано... если семья сохраняется, он может претендовать, говорить, это же моя жена, я же не знал, что она там еще раз замуж вышла. Вот здесь я хочу сказать, вот обратиться к тому, что я вначале говорил, что есть некая тайна, о которой вот не совсем открыто в Священном Писании, не совсем сказано, что и как конкретно будет. Вот мы можем рассуждать сегодня, говорить, да, что Бог создал семейные узы навечно, брак, что Бог благословил семью, что Бог о семье здесь на земле заботится. Есть также заповедь даже «не прелюбодействуй». То есть Бог заботится о воспитании детей, о семье и так далее. А Иисус говорит, что там в вечности не женится, ни замуж не выходит. Но далее в Священном Писании мы можем читать, апостол Павел пишет, что люди воскреснут и будут усовершенствованы. Изменится, возможно, сознание человека. То есть сегодня мы живем с одним сознанием, и у нас есть заботы века сего. Мы заботимся о том, как воспитывать детей, мы заботимся о здоровье и так далее, и так далее. А в жизни вечной многих этих проблем просто не будет. Не будет ни болезней, ни смерти и так далее. Поэтому что произойдет с семейными отношениями, вот такой конкретики Священное Писание не дает. То есть мы исключительно так... здравым смыслом, логикой пытаемся это все предполагать. Мы можем рассуждать, логически предполагать, действительно. Что если что-то хорошо, вроде бы, почему бы не быть и в будущем, да? Да. Но, с другой стороны, мы не можем конкретно сказать, вот здесь такое место Священного Писания, где Иисус говорит, как оно все будет происходить. Вот да, не дал Господь вот такого прямого четкого ответа. Да. И дело в том, что если Священное Писание не отвечает нам на какой-то вопрос, то мы не можем на него сами ответить, потому что нет этого ответа в Библии. Поэтому сегодня мы можем предполагать, основываясь на некоторых моментах Слова Божьего, а на тех, вот, что мы говорили, да, что Бог благословляет, Бог заботится и так далее. Но, с другой стороны, Иисус говорит, не женится, не выходит замуж. Поэтому дать полного, четкого ответа, как будет строиться семейные отношения, которые уже были построены здесь, на земле, мы затрудняемся. Но нам надо разделить, да? Один вопрос. Будут ли они вообще продолжены? И второй вопрос, который сегодня конкретно, как будут продолжены? То есть, задающего вопрос не нужно убеждать в том, что они вообще там будут. Он считает, что они будут. При этом многие сомневаются даже в этом. Но, как вы сказали, что вы полагаете, что они, если уже начаты, то будут продолжены. Вопрос только уже как. И, ну вот, люди, которые говорят, что нет, вряд ли это возможно, они просто не видят смысла. Например, вот Павел говорит, он так, знаете, не очень рекомендует выходить, например, замуж. Он говорит, будете иметь скорби по плоти, например, вот что-то подобное. Тогда непонятно,
как быть с такими вещами? Понятно, что болезни и так далее в нашей жизни есть. А вот здесь какие-то скорби по плоти связаны именно с отношениями. Это получается как? Исчезнет в будущей жизни? Ну, скорби в принципе не будет никакой в будущей жизни. Написано в книге Откровения: ни плача, ни вопля, ни страдания, ни болезни не будет. Тут скорби от семьи как будто. Может быть, первопричину надо... Скорби от семьи. И сегодня мы видим скорби от семьи. Когда мы переживаем за супруга, когда мы сами болеем, когда болеют дети, мы скорбим. И Павел пишет, что эти неприятности, они иногда отвлекают человека от дела Божьего, он говорит. Что вы будете больше заботиться не о Божьем, а о человеческом. Но мы должны с вами понимать, что у нас сегодня сложилось одно представление семейных отношений здесь, на земле. Мы имеем одно представление, причем это представление уже оно искажено грехом. Павел пишет, что не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. То есть мы не можем до конца осознать, как будут строиться семейные отношения там в будущей жизни. Вероятно, они будут, но каким образом конкретно, мы сегодня не можем размышлять и дать достоверную вот информацию человеку, как это будет происходить. Потому что сам Павел пишет, что не приходило даже на сердце человеку. Я думаю, что это касается семейных отношений. Поэтому мы со своим представлением наших семейных отношений, которые сложились у нас здесь на земле, пытаемся их спроецировать на жизнь будущую, на жизнь вечную. А такого быть не должно. И поэтому мы сегодня затрудняемся ответить, как они будут продолжены. Да, они будут продолжены, но каким образом? Как это будет? Написано, будут как ангелы, но ангелы не размножаются. Ангелы – тварные существа, все сотворенные Богом. Поэтому вот здесь для нас стоит вопрос, на который, наверное, мы найдем ответ только в вечности. Наверное, во многом ответ на этот вопрос зависит от того, какой опыт имеет человек. Вы вначале сказали, что вы в семье своей счастливы. Для вас это действительно кусочек рая, и вы бы хотели, чтобы это продолжалось вечно. Достаточно посмотреть на такую семью, отбросить все те мелкие неурядицы, которые могут все-таки возникнуть, да? И вот ответ, что да, такая семья вполне соответствует критериям рая. И другое дело, если человек просто не верит, как это то, что у меня есть, можно переносить туда. Что ж, большое спасибо. Действительно, тема, на которую нет окончательного подробного ответа, его даже и в Библии нет такого четкого и конкретного. Но спасибо за ваш искренний ответ. И спасибо, что вы один из тех людей, которые называют свою семью своим счастьем. Большое спасибо и вам, друзья, за ваши вопросы и за ваше внимание к нашей программе. С вами была программа «Вопрос» слушателей церкви. До новых встреч!